привет! И с вами, как обычно, Ниагара. Продолжаем играть «Сладкий флирт». Вот и настал у нас день выбора пьесы. Что-то ничего переодевать я не стала. Так нормально. Так, отнести этому Форезу. А где он, кстати говоря? Форез. Где он может быть? Я понятия не имею. Так, вроде бы, да, все прошли. Эй, что ты делаешь, Ниагара? Ничего особенного, что? Нужно выбрать пьесу. Все идут в спортзал. Мы там были только что. Подожди, я сначала дам формуляр учителю Форезу. Ты можешь отдать его потом? Я боюсь, что забуду. Я напомню тебе, идем. Она взяла меня за руку, повела за собой. Понятно. Догадайся, да, что надо было туда, в теплице зайти, блин. Уф, мы успели. Все собрались. О, Ниагара и Ким, мы только вас и ждем. Вы отдали ваши формуляры учителю Форезу? Я думала отдать его после собрания. Он не может остаться в школе сегодня вечером, ему нужно срочно отлучиться. Лучше вам найти его прямо сейчас. Хорошо, почему все время с Розой? Какой смешной. Мне нужно было поступить, как я хотела, с самого начала. Я быстро вышла, когда учитель Борис начал раздавать чистые листы. Так, ну что, Фореза надо искать. Почему его нет в учительской, интересно? Извините меня, учитель Форез, мне нужно было отдать его раньше, я протянула ему формуляр. Вам повезло, я уже собирался уходить. Он взял мой формуляр, положил его в папку. Так, все сдали вовремя, теперь я могу отдать их директору. Я могу идти? Да, конечно. Я молниеносно вышла из комнаты. Зачем мы сюда ходили прямо? Такая острая необходимость. А, вот и вы. Прошу прощения, надеюсь, я не заставила вас долго ждать. А мы не думали тебя ждать. Вы уже выбрали пьесу? Нет, мы всего лишь начали обсуждение. Уф, так какие есть идеи? Идеи? Красная шапочка, ты называешь это идеей? А вы хотите играть красную шапочку перед нашими родителями? Но красная шапочка, это так мило. Боже мой, ну если Кас будет серым волком, то конечно. Есть еще какие-то предложения? Кто-то предлагает «Алису в стране чудес». Но может лучше взять более классическую пьесу? «Спящая красавица» — это классика. То есть нам нужно выбирать между «Красной шапочкой», «Алисой в стране чудес» и «Спящей красавицей». Они не предложили ни одной настоящей театральной пьесы. Тишина, пожалуйста, мы будем голосовать. Только через мой труп. Пока я жив, мы не будем ставить ничего из этой ерунды. Предложите что-нибудь получше. Вот отстой. Каким образом они выбрали эти три пьесы? Никто друг с другом толком не согласен. Пожалуйста, не шумите, перейдем к голосованию. Вы готовы? Ну, вот давайте я рискну предположить. Красная шапочка из Касса получился бы замечательный серый волк. Алиса в стране чудес — это скорее для Лизандра очень странная сказка, потому что спящая красавица — это, наверное, скорее для Кентина. Почему-то мне так кажется. Не знаю, конечно. Так что красную шапку выбираю я. Тогда это будет красная шапочка. Такой радостный. Сзади меня послышались разочарованные вздохи. Я могу и ошибаться. Ну, как бы это интуитивно выбрала. Нет, ну серьезно. Мы больше не в начальной школе. Это сказка для маленьких девочек. Мы не будем ее ставить. Это милая история. Только девочка может так думать. Девчонка, вернее. Я тоже не согласен. Это отстойная пьеса, родителям будет скучно. Ну, большинство проголосовало. Не могли бы мы включить сцену с дракой? Это было бы интересно. Но там волка должны эти лесорубы же зарубить. Вот вам и драка. Мне бы понравилась эта идея, если бы ее предложил кто-то другой. Точно, нам нужна хорошая сцена борьбы. Тогда между кем и кем? Волком и бабушкой? Эй, если она старая, это не значит, что она не может заехать ему в пасть. Армин. Было бы интересно показать противостояние волка и охотника. Да, это кажется более правдоподобным. Нет, у охотника есть оружие. Так что участь волка решена. Волк может успеть обезоружить его? Да, и потом они будут драться в рукопашную. Капец. Мы даже можем сделать так, чтобы выиграл волк. Это будет не так по-детски. Ну, конечно, такое могло прийти в голову Кассу только.
Точно, это будет в стиле игры на выживание. Все персонажи должны не попасть волку в лапы. Боже мой, кто-то должен их остановить. Может, он наконец возьмет на себя роль учителя? Эй, парни, успокойтесь. Моим родителям не понравится пьеса, в которой побеждает зло. Зато им понравится про то, как девочка несет пирожки своей бабушке. Я уверена, что им понравится. Ты очень милая, Виолет. Послушайте, ребята, мы согласны на вашу сцену борьбы, но только между волком и охотником. Понятно? Это, мне кажется, более разумно. Спасибо, Лизандр. Рада, что ты здесь. Хорошо, мы выбрали пьесу, теперь нужно подготовить прослушивание. Прослушивание? Ну да, для такого большого спектакля нужны лучшие актеры. Наверное, мы говорим о разных пьесах. Я подготовила для вас тексты, которые нужно будет выучить и сыграть на прослушивании. Он раздал всем пачку листов. Вы догадались, какую пьесу мы будем играть? Она смотрит на него со впечатлением. Нет, это достаточно известный текст, который не имеет ничего общего с тем, что вы собираетесь играть. Директриса решила, что вам пойдет на пользу немного классики. Я посмотрела на текст «Тирада о носе». А, нужно учить текст из «Сирано де Бержерака». Ты видела? Ха, можно подумать, что директриса услышала тебя. Борис продолжил объяснять нам, как все должно происходить. У нас есть неделя, чтобы выучить наши тексты, а также адаптировать нашу пьесу для театра. Как только все роли будут определены, начнутся репетиции. Мы все вышли из спортивного зала, как только он закончил объяснение. Так, подождите, кто-то схватил меня за рукав, а? Подожди меня, куда ты идешь? Никуда. А что? Тебе... Ты мне нужна. Репетиция — это, конечно, хорошо. Но ты помнишь, что я не хочу выходить на сцену? Да, ты говорила о костюмах. Бинго. Тогда идем вместе со мной разговаривать с учителем Борисом. Вдвоем будет проще его уговорить. Но я не хочу заниматься костюмами. Я хочу играть. Тогда ты просто скажешь ему, что я отлично шью, и я скажу, что ты хорошо играешь. Она потащила меня в спортзал. О! Вы что-то забыли, девушки? Почему я всегда попадаю в какие-то переплеты? Мы хотели бы поговорить с вами, месье, по поводу ролей. Ха-ха, я извиняюсь, но я не подкупен. Вам достанется хорошая роль, только если вы будете для нее идеально подходить. Нет, мы не собирались вас подкупать. Мне бы хотелось заняться костюмами для пьесы. Я не хочу играть в спектакли. Мне будет достаточно сшить для всех костюмы. Правда? Знаете, у нее действительно к этому талант. Она изменила стиль Натаниэля. Но если вам так хочется, Розалия, и никто из учеников не против, я за. Только не забудьте предупредить учителя Фореза. Ура, супер! Шепчет. Но мы не знаем, согласятся ли остальные. Шепчет, они согласятся. Окей, не нервничай. Боже, она меня пугает иногда. Так, согласятся ли остальные? Вопрос. Не могла бы ты поскорее предупредить учителя Фореза? Да, конечно. Если учителя Бориса было так легко убедить, я думаю, что нашего дорогого учителя истории будет еще проще. Тогда до скорого. Розалия ушла, что-то напевая. Так, спросить у парней. Ну что, рада, что выбрали пьесу, которая тебе больше всего нравилась? А, ты следил за мной, когда я голосовала? Скажем, что я внимателен. Получается, что тебе нравится «Красная шапочка»? Да, я уверена, что получится отличный спектакль. Из любой истории можно сделать хорошую пьесу, если хорошо играть. Ах, ну не знаю, хватит ли наших актерских талантов. У нас получится организовать концерт. Нам под силу и спектакль. А, так, получилось, да. Но мне все-таки кажется, что это не так просто. Скажем, что в этот раз... Вы будете не одни на сцене. А нет, организовывать концерт было намного проще. Блин, даже не знаю. Вариант Б. О, ты боишься? Немного. Это мило. А? Видеть, как ты переживаешь, хотя еще роли даже не были распределены. Да, это мило. Ты случайно не смеешься надо мной? Я бы не позволила себе. В любом случае, если тебе не удастся избавиться от стресса, ты можешь обратиться ко мне. У меня есть несколько маленьких хитростей в запасе. Спасибо, Лизандр. С ума сойти, он такой спокойный. Валерьянку пьет. Ах, здесь костель.
ты проголосовала за красную шапочку. Так, разговор начался не очень удачно. Жалко, что голосование не было анонимным. Да? Черт, ты упала в моих глазах. Эй, я не единственная, кто выбрал эту пьесу. Я видел только тебя во время голосования, так что вся ответственность на тебе. А можно мне узнать, почему ты смотрел на меня, а не на кого-то другого? Черт, я надеялся, что хотя бы ты выберешь что-то другое, а не эту сказку для детей. А остальные это... Алиса прям не для детей, да? Мне кажется, или он ушел от вопроса. Да, он не ответил, почему он смотрел. Я уверена, что нам удастся сделать что-то стоящее. Если волк, в конце концов, съест охотника, может что-то и выйти. Так. Интересно, если волк съест охотника. Что ему сказать? О, нет, нужен хэппи-энд, это не то. Было бы здорово, да? Как тебе только может такое прийти в голову? Да, было бы здорово. Так, ты могла бы тогда поддержать меня, когда я предложил идею. Ох, извини, я не подумала об этом. Ну, отношения улучшились, это хорошо. Ты всего лишь побоялась сказать, что ты действительно думала. Или ты пытаешься поддержать меня, чтобы заработать мою благосклонность? Вовсе нет. Так я тебе и поверил. Блин, какой вреднючка. Насвистывает. Ты в таком хорошем настроении из-за выбранной пьесы? А, о, вовсе нет. Мне не нравится ни одна из трех пьес. Но почему тогда ты что-то напеваешь? Я не напеваю, свищу, это разные вещи. Они мало чем отличаются. Я в хорошем настроении из-за сцены сражения. Мне очень интересно на нее посмотреть. Это будет мощно. Ох, я не думаю, что это будет так грандиозно. Ничего страшного. По крайней мере, в пьесе будет что-то от боевика. Куда же делся Кендин, который боялся драк? А, военный лагерь тебя очень изменил. Может, в этой истории нам придется сражаться друг против друга, а? Ха-ха, это было бы забавно. Забавно? Лучше скажем, что у меня нет шансов. Почему это? Ты намного сильнее меня. Ха-ха, не волнуйся, если мы будем драться, я сделаю так, что ты выиграла. Чтобы ты выиграла. Но если у меня будет роль злодея, ну, тогда мы поменяемся ролями. И что? Драться ему приспичило. Так. Ну что, ты думаешь по поводу выбора пьесы? Могло бы быть и хуже. Тебе не нравится красная шапочка? Ты действительно задаешься этим вопросом? Понятно. Но я не собирался играть в большом спектакле. Я уверена, что это будет здорово. Тогда мне нужно было выбрать другую пьесу. Так. Он не собирался играть в большом спектакле. Ну что, другую пьесу надо было выбрать? Голосовал весь класс, а не ты одна. Да, это правда, но если бы я проголосовала за другое, может быть, ты считаешь себя слишком важной. Ну, ты себя. Ну, мне нравится, что мы выбрали. Я рад, потому что ты в числе тех, кто проголосовал за нее. Ага, ты видел? Голосовали... Ты что, тоже только на меня смотрел, да, Натаниэль? Прокололся. Голосовали, поднимая руки, поэтому было легко видеть, кто за что голосовал. Ага, я не была так внимательна. Это удивляет меня, обычно ты внимательна к остальным. Да. Вот сейчас вот видишь, какая невнимательная. Ну что, теперь-то вроде всем чувствую. А, вот, Армину еще. Что-то говорит мне, что ты расстроен. У тебя хорошая интуиция. Пьеса, которую мы будем ставить, ужасно. Ну нет, не волнуйся, мы хорошо развлечемся. Да, во время сцены сражения. Мне хорошо, что из этого... Ой, господи, мне страшно, что-то я не то читаю, да? Что из этого может получиться? Осталось ждать только раздачу ролей. Я немного волнуюсь, а ты? Ну, я думаю, не волнуется. Мне интересно, что из этого получится. Надеюсь, что у меня будет хорошая роль. Интересно, что получится. Да, мне тоже. Вдруг у нас в классе обнаружатся настоящие актеры. Кажется, Амбер хорошая комедийная актриса. Ой, блин, я не хочу, чтобы у нее была главная роль. Она будет невыносима. Я тоже не хочу, но если у нее действительно талант, мы ничего не сможем с этим поделать. Надеюсь, что ты будешь лучше ее. Он похлопал меня по спине. По крайней мере, здорово, что мы наденем костюмы Розали.
Ха-ха, она уже рассказала тебе. Да, мы даже еще не выбрали пьесу на тот момент. Ха-ха, она мне тоже сказала заранее. Ха-ха-ха-ха, так. О, Ниагара. Это очень кстати, что происходит? Ты хочешь завтра порепетировать с нами тексты? Так будет интереснее. Вы хотите выучить за сегодняшний вечер все, что нам дал учитель Борис? Нет, мы будем играть с текстами в руках. Так будет проще. Уф, ты напугал меня. Ну, ты идешь с нами? Да, с удовольствием. Вы правы, вместе будет веселее. Супер, я буду с нетерпением ждать завтра. Так, это еще не все, но все-таки пойду домой. Я вышла из школы. А, вернуться домой. Ну, быстренько мы до квартирки доедем. Я продолжила читать текст учителя Бориса. Это была тирада Анусе Сирано де Бержерака, где Сирано отвечает человеку, который сделал ему немного поверхностное замечание в его носе. Я набрала воздуха в легкие и начала читать текст громким голосом. Я откровенно вам скажу, вы не были красноречивы. Меня жесты и тона, вот, например, из не особо острых, тон описательный, так шутит новичок. Как называете вы этот полуостров, который вырос между ваших щек? Кто-то вошел в мою комнату. Эй, мам, нужно стучаться, прежде чем входить. Я услышала, что ты разговариваешь сама с собой. Я не видела, что ты взяла телефон, поэтому мне стало интересно, что ты делаешь. Я делаю задание, пытаюсь выучить текст. О, правда? Тебе нужна помощь? Я еще не выучила, всего лишь читала этого текст маме. А, это Сирано де Бержерак, я тоже его проходила. Она прочитала текст с широкой улыбкой. А, да? Мы еще не проходим его, мы всего лишь учим для прослушивания театральной пьесы. Все это меня не молодит. Давай я помогу тебе выучить его. Я могу и сама. Но не упрямься. Я не часто помогаю тебе с домашним заданием. Мне пришлось репетировать с моей мамой, которая веселилась, имитируя меня, чтобы посмотреть, не отвлекаюсь ли я. Ох, моя девочка, какая же ты одаренная. Правда, ты серьезно? Да, ты великолепна в роли Сирано. Я бы не хотела оказаться на месте идиота, который посмеялся над твоим носом. Спасибо, но я твоя дочь, ты не объективна. Я продолжила репетировать с мамой. В итоге мне это помогло. Мне даже удалось полностью выучить текст за вечер. На следующий день я вернулась в школу. Так, найти Ким и Виолет. Ну, Виолет частенько здесь нету. Ее здесь, Ким здесь тоже нету. А где они могут быть? О, ты поняла текст, который нам дал учитель Борис? Да, чё? Там столько непонятных слов. А, это старый французский. Но ты поняла, о чем идет речь? Анусе. Но я не поняла только потому, что это было название текста. А, ну, только поняла по названию, что Анусе. Вообще-то, это отрывок, которым все равно де Бержерак дает достойный ответ одному идиоту, который посмеялся над его носом. Но почему? Что не так с его носом? Ты никогда не слышал об этой пьесе? Нет. Ну, у Сирано де Бержерака очень большой нос, прямо огромный. Все смеются над ним, в том числе и он сам. Ох, получается, что это самоирония? Да. Видишь, ты поняла этот текст? Это потому, что ты его хорошо мне объяснила. Ха-ха. Ма-ха-ха. Ты в хорошем настроении. У меня получилось выучить текст учителя Бориса за вечер, так что я довольна. О, браво! А ты еще не выучил? Я уже знал его, так что мне было несложно вспомнить. Хочешь, я покажу тебе? Покажешь? Ты хочешь здесь играть все равно? Почему нет? Я видел, как другие ученики делали это в коридорах. К тому же у меня еще не было возможности репетировать перед кем-то. Мне определенно пойдет на пользу посторонний взгляд. Что ты на это скажешь? Да не знаю, давай я Ким найду. Да, мне нужно быстро найти Ким, ты покажешь мне позже, ладно? Хотя я знала, что у меня упадут с ним отношения, но что-то я сейчас не хочу репетировать. Ох, тогда извини, что я задержал тебя. Ничего страшного, ты не мог знать. Я быстро ушла. Быстро-быстро. Где ты, Ким, блин? Ты не видела Ким и Виолет? Нет, извиняюсь, что? Мы втроем должны репетировать. Правда? А я жду Натаниэля, я репетирую с ним. Я не знала, с другой стороны, я не представляю Натаниэля с кем-то другим. Бедный Натаниэль. Ну да, ну только с ней тусить.
Так, ну что получается-то, что где они ходят? Непонятно. Непонятно. Опять обошла все на 3 раза. Девочек этих нигде нет. Только зря Лизандра отшила, блин. Ну реально нету нигде. О, кажется, я впервые вижу их вдвоем. Я говорю тебе, что ты все-таки должен выучить этот проклятый текст. Что ты будешь делать на прослушивании? Я бы сказала, что мне не хочется играть на сцене, я бы предпочел заняться костюмами. Слишком поздно этим займется Розалия, она даже уже начала шить. Что, ты уверена? Мне ничего не сказали. Однако Розалия сказала, что она всех предупредит. Я в курсе всего, что происходит в этой школе. Ну, это правда, поговорить с Пегги, вся школа будет в курсе событий. Эй, Пегги, тебе так и не удалось узнать, что учителя готовили для нас? Но нехорошо подслушивать чужие разговоры. И это говоришь ты? Это правда, что Розалия хочет заняться костюмами Ниагара? Да, но я уверена, что ты можешь попросить нее заниматься костюмами вместе с ней. Да, это точно. Алексей побежал искать Розалию. Пф, это несправедливо. Нам придется зубрить текст, они ничего не будут делать. Ну как ничего, костюмы будут делать. Мне кажется, что шить костюмы гораздо сложнее, чем учить маленький текст. У каждого своя точка зрения. Какая она недоверчивая. Действительно. Где Ким-то? С Виолетта. Где? Блин, никак не могу найти Розалю. Добро пожаловать в наш клуб. Ты не видел Ким? А, да, она была с Виолеттой, но я не помню, где извинения, Агара. Чего страшного, в любом случае, я тоже не знаю, где Розалия. Но школа не такая уж и большая, она должна быть где-то неподалеку. Да школа-то небольшая, только я найти-то никого не могу. 100 раз уже все обошла. И все, никого нигде нет, блин. Как так? Как так-то? Где их носит? Нереально, да что такое-то? О, привет, Армин. Привет, Ниагар, что ты тут делаешь? Я ищу Ким и Виолет для репетиции. Ты случайно не видел их? Какой репетиции? Ну, текста, который раздал нам учитель Борис. Уже? Ну, он дал нам его вчера, прослушиваем в конце недели. Да, но время пролетит быстро. Не волнуйся, у нас предостаточно времени. Можно даже порепетировать в пятницу утром перед прослушиванием. Так, мне кажется, ты слишком легкомысленно относишься. Тогда не жалуюсь, если тебе не станет все хорошо роль. Мне бы хотелось быть тоже такой же беззаботной, как и ты. А, не говори, все пофигу. Ах, для тебя беззаботность это синоним лени? Ага, вовсе нет. К тому же ты не ленивый, ты просто лентяй, бездельник, растяпа. Ты можешь их всех перечислить. Они уже все красовались в моем дневнике. Нет, я бы сказала скорее наплеватель. Ах, это слово еще не было в моем дневнике. Ха-ха, это хорошо. Ты вводишь новшество. Он немного потрепал меня по волосам. Чтоб рассказал, где они ходят, эти Ким, блин, с Виолет. Блин. Где их искать-то, ёшкин кот, сколько можно? Все, обошли на 100 раз уже. Ну, что за жесть-то? Офигеть. Офигеть. Ну, наконец-то я вас нашла. Круто, я боялась, что ты забыла про нас. Конечно, нет. Ну что, давайте репетировать. Вы не хотели пойти в более тихое место? Я боюсь, что над нами будут смеяться, если кто-то зайдет, пока мы репетируем. Как хочешь, мне без разницы. Мне тоже. Куда вы хотите пойти? В раздевалку или в подвал? Так. Ну, в подвал, наверное. Лучше пойти в подвал. С раздевалкой у меня связаны плохие воспоминания. А, правда, что произошло? Ты тоже подскользнулась и упала? Нет, не совсем, Виолет. Тогда идем в подвал. Конечно. Сейчас мы будем топать в подвал. Розалия согласна, чтобы я помогал ей с костюмами. Я же говорила тебе. Ой, ты не будешь играть на сцене, Алексей? Ты шутишь? Я предпочитаю заниматься костюмами. Это в 1000 раз лучше. Вы мазохисты. Нас так много. Вы с ума сойдете, делая столько костюмов. Это правда. Будет непросто, но речь идет о Розалии и Алексе. Их ничем не остановишь. Ха-ха. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Он обнял меня. Хи-хи, я тоже. Промолчала Виолет. Ты тоже хочешь, чтобы я обнял тебя, Виолет?
Нет, вовсе нет. Алексей все-таки обнял ее. Ты такая милая, Виолет. Ты тоже хочешь Ким? Нет, это не для меня. Такие обнимашки устроили. Амбер разговаривает неподалеку с подружками. Я не буду учить этот проклятый текст. Я напишу свой, чтобы показать им, на что я способна. Они тоже говорят о репетициях. О, ты права, я тоже попробую. Вот увидите, у нас будут лучшие роли. Все будут играть один и тот же текст со странными фразами. А мы всех удивим нашим великолепным сценарием. Я повернулась к Кимми Виолет. Как же она меня может разозлить, когда постарается? Ты думаешь, она права? Нам тоже лучше выучить другой текст. Нет, учитель Борис сказал нам выучить это, мы и будем играть его. Кентин уже был на месте, когда мы пришли, он даже не заметил нас. Описательный это скала, это пик, это мыс. Что я говорю мыс? Это полуостров? Вау! Шепчет, ну, кажется, он в ударе. Да, у него хорошо получается. Может, лучше оставить его одного? Да, ты права. Я направилась к выходу, но, к несчастью, запнулась за провод и упала. Что такое, Ниагара, ты в порядке? Он поторопился помочь мне подняться. Уи! Все в порядке, ты не ушиблась. Нет, все в порядке, всего лишь немного поцарапала руку. Я показала ему мою поврежденную руку со смущенной улыбкой. Ох, тогда все в порядке, это всего лишь маленькая царапинка. Он взял мою руку и немного подул на нее. Если бы это не была настоящая рана, так бы не была, ты бы не была так спокойна, наверное. Он все еще держит мою руку в своей. Извини меня, я не хотел тебя, ну, то есть, ничего страшного. Мне кажется, что я стала такой же красной, как и он. Девочки промолчали, как распустить слухи за 30 секунд. Что здесь делаете? Мы хотели репетировать, но мы можем оставить вас наедине, если вы хотите. Нет, не нужно. Кентин не принял предложение Ким Виолет репетировать с нами и вышел, а мы начали репетицию втроем. Виолет было очень тяжело говорить перед нами. В конце репетиции она стала говорить каким-то высоким голосом, что у меня начала болеть голова. Виолет, знаешь, мы никогда не будем смеяться над тобой, ты можешь расслабиться. Но я не перестаю думать о всех тех, кто будет нас слушать. Это ужасно. Что же я буду делать? Не волнуйся, у тебя это быстро пройдет. Может быть, ты просто не создана для сцены? Ты так считаешь? Да, ты слишком застенчива для этого, малышка. Она потрепала ее по волосам, широко улыбаясь. Я попрошу заняться чем-нибудь другим, как Алекс и Розалия. Так будет лучше. Да, наверняка тебе так будет намного веселее. В любом случае, я знаю, кто ничего не боится. Она бросила на меня многозначительный взгляд. Я? Ты шутишь? У меня болит живот, как только начинаю думать об этом. Тебя болит талант. Ой, большой талант. У тебя большой талант. Мне даже показалось, что я действительно тот идиот, который критикует чувака с длинным носом. Его зовут Сьерра Нуа. Да, к тому же ты громко говорила, было действительно здорово. Перестаньте, вы преувеличиваете. Я не так уж и одарена. А в кои-то веки у тебя получается сделать что-то лучше остальных. Спасибо, Ким, это очень вдохновляет. Мы еще немного продолжили репетицию, а потом разошлись. И раз они разошлись, мы тоже расходимся с вами. И до встречи в следующей части. Всем до скорого. Пока-пока.